тренер, и Мария Войцеховская. Так, Лебединое озеро. Ну, вот вариант в черном. Такое темное Лебединое озеро. Николай Морозов тоже всегда в черном. У ребят не получился старт в Японии. Очень много было судейской критики. И техническая оценка там была невелика. Но здесь все пойдет совершенно по-другому. Абсолютно. Хотя после короткого танца они были третьи, но проигрывали Пешалабурза совсем чуть-чуть, 1,5 балла. Они, конечно, очень здорово набрали скорость и вошли в первую поддержку. Шикарный вход, и блестяще это смотрится. Мощь, скорость, четкие позиции. И после первой поддержки сразу переход во вторую, в поддержку вращения. У них невероятные здесь бонусы от судей. Почти все плюс 3. В итоге плюс 2 балла 86 сотых к базовой стоимости 8 баллов этой сложной длинной поддержки. Шикарный прокат, просто шикарный прокат, лучший прокат этой программы из тех, что мы видели. Видели, правда, немного, но
Смеем надеяться, что дальше будет не хуже. Никита сказал, что эмоции у них были просто исключительные после такого проката, потому что приходили, очень много тренировались, приезжали в Новогорск, постоянно работали, и хотелось, вот было желание выйти на лед и показать, что мы накатали за это время, вот что было наработано. Ведь этого никто практически не видел, и вот, наконец, они смогли представить все свои задумки и плоды своих тренировок во всей красе здесь, в Париже. Никита добавил после этого проката, что сейчас все идет как нужно. И есть, конечно, шаткость по марке, которые будут дальше нарабатывать. В общем, все должно быть хорошо. Талантливейшие ребята наши, Елена Ильмих, Никита Кацалапов. Им, конечно, после победы на юниорском мире очень много было сразу авансов выдано. И, кстати, они это признают уже сами, что чересчур много медалей сразу навешали. Тех медалей, которые еще не были не то, что не завоеваны, а даже, в общем-то, и наполовину не заработаны. Но поддержка вот эта шикарная, и судьи ее оценили. Много у них плюсов было. В общем, так, если смотреть судейский протокол, в основном +2, +2. Вот за первую поддержку много, много троек, то есть 3 плюса. Это максимальное. Сейчас у нас комплементарность судей выражена в 3 плюсах. А компоненты, ну вот даже один компонент выше 9-ки. Это интерпретация музыки, музыкального сопровождения. Самый худший компонент – связующие шаги. Да, это такой, знаете, один из самых суровых компонентов практически для всех. Хороший уровень катания по компонентам и представление программы очень хорошее. Почти 9 баллов, 8,96. Поэтому они и получили такую изумительную сумму, которую сейчас мы с вами увидим в графике на экранах. 102 балла 82 сотых. Впервые они, по-моему, в своей карьере... Впервые они настолько так далеко вышли за 100 баллов. Ну как, 2 балла. Это уже далеко. Тут уже каждая десятая цена. Есть у ребят харизма, есть у ребят то, что называется, характером и стилем. 102 балла 82 сотых, да.